Второй звучал на аудио и более редко.
воздух удобнее стало выше основного. Подача воздуха в трубу осуществлялась при помощи воды. Отсюда и название гидравлов. В середине первого века до нашей эры гидравлический орган стал широко использоваться в музыкальной практике Рима. Гидравлический орган просуществовал примерно до 9 века нашей эры. Однако еще задолго до его исчезновения начали поиски иного технического решения. Появился пневматический орган. Thank you.
слушали подбор передач международного радио Словакии впервые за 600 на данный вечер. Наши радиоприемники на волне всемирной радио. Продолжаем. Выслушайте образовательный радиоканал «Всемирное радио Международного канадского радио, которое звучало в нашем эфире 10 лет назад.